Здравствуйте, я плела браслет узором французская коса, косичка, и у меня спросили, как я его закрепила. Я вам показывала, как я сплела, наверное, забыла показать, как я его закрепила. Я вам сейчас покажу, конечно. Вот такой вот крючочек. Натягиваем резиночку так вот хорошо на пальчики и надеваем. Просто вот я вот так надеваю. Без помощи крючка, чтобы вы не путались, можно без помощи крючка, вот так вот на пальчик натянули. И точно так же, вот с этой стороны, и натягиваю, и так вот точно надеваю. Это легко так, и это очень хорошо держит, крепеж. Все. В данном случае я сделала это не как браслетик, а как ожерелье на шейку. Все. Всего вам доброго, спасибо за вопрос.